Жители микрорайона Сахалин жалуются на качество работы коммунальных служб. Одна из дворовых территорий по улице Сахалинской не убирается уже долгое время. Это не только затрудняет возможность проезда автомобилей, но и доставляет неудобства для пешеходов. Все подробности далее. В наступившем году этот участок не убирали еще ни разу, так нам сообщил председатель ТОСа «Сахалин» Сергей Клокотов. Причем следы техники на въезде отчетливо видны, вот только заезжать во двор коммунальщики почему-то не стали. Попытка была, кто-то какой-то амкадор приходил, попробовал, но все бросил, ушел. Так что, ну а жильцы, бабушки, да и мамы беспокоят, звонят, когда расчистят дорогу, когда будет хороший проезд. Проезда нет. Проход можно только на лыжах проехать. Даже с санками не пройти, потому что ухабы. С поздней осени 2018-го таких проблем не было. За участком следили постоянно. Сергей Клокотов признается, уже не раз обращался в чистый город и администрацию окружной столицы. Результата пока нет. Если смотреть на ширину проулка, то он больше 6 метров. Здесь проходит спокойно амкадор, проходит грузовая машина, так что здесь никаких препятствий нет. Проехать могут. То есть они говорили, что тут меньше 5, поэтому не проехать. Если меньше 5, то они чистить не будут, но здесь больше 5. Комментируя ситуацию в чистом городе, пояснили, техника на месте действительно была, но работа мешал оставленный на дороге автомобиль. Специалисты пообещали уже в ближайшее время расчистить территорию. У жителей Качгарта коммунальщикам серьезных претензий нет. Единственное пожелание – убирать снег поближе к заборам. По словам Людмилы Ульяновской, даже услуги частников пока не нужны. В прошлые зимние сезоны, когда снега было гораздо больше, приходилось неоднократно заказывать технику. Вот когда возникают вот такие вот сугробы, это не намело. Это сугробы возникают от чистки снега. Мы убираем свои дворы. Подъезды. Тут уж мы не можем с них требовать, чтобы вот эти вот сугробы, вот такие наносы, чтобы они убирали. Это наша проблема. Единственную по-настоящему серьезную проблему в микрорайоне уже решили. До Нового года плохо убирали участок от начала Морской улицы. Но примерно неделю назад по просьбам жителей здесь побывали представители городской администрации. И сейчас дорога рядом с домами 4, 6, 8 и 10, что называется, в нормативном состоянии. Иван Кутенников, Сергей Качегов, телеканал «Север».